Перед уходом ледокола губернатор Мурманской области провела деловую встречу с видным полярником и членом Совета Федерации Артуром Челенгаровым. Марина Ковтун выступила с предложением включить берега Кольского полуострова в зону очистки Арктики. Этот экологический проект в последние годы набирает обороты. Челенгаров пообещал в ближайшее время с этой просьбой обратиться в Русское географическое общество, которое инициировало этот проект. Также видный полярник поддержал идею проведения в Мурманске арктического форума в следующем году. По словам члена Совета Федерации, необходимо укреплять социальную защиту жителей Севера, так как арктическая зона – территория будущего.